Привет всем, меня зовут Сава, и я живу во Франции. И сегодня я вам покажу университет, в котором изучаю французский язык, который называется Сорбонна. Пойдемте посмотрим. Электронная доска, и по ней вы можете писать с помощью специальной ручки, и также можете писать прямо пальцем на доске или можете печатать на клавиатуре. Включено к компьютерам, к интернету, то есть это по своей сути монитор со специальной программой для обучения. Здесь стоит проектор, колонки и специальная доска тактильная. А вот так выглядит зал для фонетики. Здесь есть специальные наушники и специальный пульт, в котором вы слушаете профессора, который говорит вам текст, вы его повторяете, и потом вы работаете над этим текстом. Также в наушниках вы слышите коррекцию сразу же профессора, если вы говорите что-то неправильно. Сорбонна – это частный университет, и университет, в котором я учусь, это языковое подразделение университета Сорбонны, в котором изучается только французский язык. Для меня это был и есть самый быстрый и качественный способ выучить французский язык. Но внимание! Я не говорю, что это дешевый или простой, но за это вы получаете качественное обучение и достаточно быстро. За год вы можете уже начать говорить и писать по-французски. Здесь я прошел уровни, начиная от самого простого и до среднего. Выше уровня я, к сожалению, не потяну. Это больше для лингвистов и для тех, кто хочет в своей стране дальше работать. Интересная школа с интересными преподавателями, все новое, полностью обновленное здание, обновленные классы, поэтому это и дорого. Быть студентом во Франции очень даже классно. У вас есть большие скидки на очень многое, например, на проезд, на посещение музеев, посещение синема. И также есть скидка на обед, но не везде, а только в специализированном ресторане для студентов. Там вы получаете цену до 4 евро и полноценный обед, включая в себя блюдо, десерт и даже напиток. Отличает его самообслуживание.
вы берете поднос, вы берете все, что вы хотите, и дальше идете просто оплачиваете. И также относите потом назад. Из-за этого такая небольшая цена. Приезжайте во Францию, учите французский язык, говорите на нем, и все у вас будет хорошо. Спасибо всем, что смотрели это видео. Огромного вам удачи и пока!